Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше сборку Т-72 от фирмы Мэнк в 35-м масштабе. И сегодня мы будем собирать верхнюю часть корпуса. Ну и сразу, пока не забыл, хочу показать вам нижнюю часть, что я делал ранее, и хочу показать, вот смотрите, какая рабочая подвеска. Вот. Ну, приступим. И, друзья, хочу сделать небольшое отступление от темы, сделать небольшую вставочку, поблагодарить своего подписчика и коллегу по хобби Вячеслава Адамовича за предоставленный мне к дню рождения и на Рождество хороший подарок. Мне Вячеслав прямо домой привез вот такой вот White Spirit фирмы Тикурила. Хочу его вам порекомендовать. Очень хороший White Spirit, хорошо растворяет масляную краску, и он без запаха, то есть он вообще нейтральный, ничем практически не пахнет. Также мне Слава привез хороший клей Момент Супер 5 миллилитров вот в такой вот емкости, ее удобно ставить на стол, и плюс хорошо, что там внутри есть кисточка. То есть удобно работать с этим клеем. И так как он знает, что я очень люблю хороший кофе и кофеман, также мне привез с Евросоюза вот такой вот хороший подарочек кофе Чиба. Спасибо тебе, Слава, за это. Ну, приступим к работе. Thank you.
Ну вот, друзья, собрал верхнюю часть корпуса, но пока фототравление не клеил. Не клеил также мелкие детали, чтобы пока все собираю, их нечаянно не задеть рукой, не оторвать, не скинуть. Сначала все соберу, подготовлю к покраске, а потом уже всю мелочевку поставим на свои места. Вот что на данный момент получается. Танк, конечно, получается очень красивым. Сама модель очень качественная. Все детали становятся на свои места. Смотрится красиво. Подвеска работает. Траки тоже, кто видел предыдущую серию, траки получаются рабочими. Вот. Такие вот ленточки. Также, друзья, кому интересно, но еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Скоро будет выход новой серии. В следующей серии я буду показывать и рассказывать и собирать башню. Комментируйте, ставьте лайки. Спасибо вам огромное за помощь, за советы, друзья. Ну, всех благ вам и вашим близким.